Все, да. Пацаны, идет по плану. Ставлю еще. Не надо. На меня. Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас Гусанёк, форум, фриз, угабуга, кипабара, подлючка, Фрэнка, пацаны, поздоровайтесь. Привет. Салам алейкум, привет. Братья. Всем тасам утва. Всем горбового времени суток. Всем привет. Однако всем здравствуйте. Сегодня мы решили поставить манюсенькую карту и поубегать от скибиди туалетов. Если опять кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем веселиться. Первый пошел. Да, как всегда, умирать сразу первым. Давай, кто первый умрет, тот лох. Сейчас давай. Не умирает. Вообще лошадь. Не, не должен, не должен. На Диму его убедите, на Диму. Почему-то всегда умираю первым я, когда я говорю, чтобы Дима умирал. Ну, вот сейчас мы посмотрим, правда это или нет. Ребята, не забываем ставить лайкосики, подписываться на канал, ролики выходят каждый день. Если вы хотите с нами пообщаться, заходите в наш Дискорд. Ссылка в описании. Совершенно верно. Опа! Есть контакт. Он нафиг с главным, это не счет, это не в счет. А как это не в счет? Все в счет. Он меня скинул, меня предал. Еще ставлю. Каждым разом буду все больше и больше. Досмотрите ролик до конца, потому что в конце будет нереальное количество скибиди туалетов. И как всегда мы будем валяться в траве вниз лицом. Пьяные. Так, где ты форум? Я сейчас тебя убью. На крыше. Так, еще ставлю. Кстати, он мимо меня пробежал, это очень странно. Так, он это еще, еще много туалетов. Сейчас заберу форума с собой, где он? Вот это жесть, ребята, что сейчас будет твориться. Кстати, на удивление, мало все умирают. Это что за бредятина такая? В конце ролика посмотрим, кто больше всех умер. И у кого будет первое место. О, я вижу. Кстати, пацаны, наверх нельзя залазить. Только внизу бегать, они не умеют прыгать. А на крышу можно? Нет, они не умеют лазить и прыгать, только внизу. А, да? Ну, конечно, я же вижу, что вы читерите. Видите, ребята, как мы записываем? Позаходят читеры и давай... читерить. Ну, да, Дима, мы ж как всегда. Ты вот главный все. Читер. Да, кто будет на крыше, короче, стоять, запоминайте никнейм, он будет сразу последнее место занимать. Опа, есть контакт, слился. Еще ставлю. А кто там наверху, что у меня показывает, что тут кто-то есть? Никого нету? А никого там нет. А, они просто застряли. Да, нет. Еще ставлю, еще. Так, за мной побежал. Кстати, я еще, ребята, ни разу не умер. Представляете, как хорошо играю? Еще ставим. Еще ставим. А, все, все, все. Знаете, я поддался, конечно. Да, ну не. Вот это тут густый. Опа, я вижу, уже все, пацаны сливаются. Отлично. Я еще ни разу не слился. Ну, зря ты это сказал. Я не хочу умирать. Ну так выживай. Смотрите, хотел меня ударить и не смог. Вот этот трындец, что творится. Я сюда, не сюда побегу. Ой, красиво ты умер. Нет. Ой. Еще ставлю. Помолкаш нет, Гусанёк умер. Вот это гул стоит от них. Кстати, он меня пробежал, и это очень странно. Да, сейчас мы их подостаем, они там что-то позалипали в друг друге. Почему я именно сдохну? Есть сейчас карта, которую я неплохо знаю, да? Ай-яй-яй! Все, я освободил, открыл ящик Пандору. Пандору? Да. А дай, блин, ты смотри, что делает, а? Так. Я буду сейчас очень, ребята, хорошо играть. Смотрите, мимо пробежал. Так, стоим, смотрим. Ничего, сейчас летел. Так. Камера головы, будь осторожен. Тихо. Фрэнка, кстати, хороший, да? Даже спать не могу. Не можешь? Да получится. Ай, блин. Они очень, конечно, жестко дамажат. Ой, блин, я вверх подкинул. Ой, я хочу внизу быть. Ай-яй-яй, вниз лицом. Сейчас расплачусь от страха. Ой, я тут постою. А, нет, это так не работает. Ребята, они какие-то психи. Это нереальные психи. Они вообще лохи. Они слишком наглые, Дима, ты знаешь. Они нереально мощные. Они агрессивные, да, какие-то пацаны? И нереально наглые. Блин, это жесть. Все нормально. Все, пацаны, идет по плану. Ставлю еще. Не надо. На меня.
А чё он? С расстояния чё 300 метров убил? Да это нормально, у него же голова длинная, с унитаза вылез и он замочил зря. Тебя. Блин. На шпагет сел. Ой, я наверху встал. Мне интересно, пацаны, не будет машины отталкивать или нет? Надо будет потом проверить. Наверное, должны. Надо будет потом записать ролик, где мы будем на тачках убегать. Надо, Дима, надо. Да блин. Саня, он тут. Все, Гусеняк, вместе будем тут стоять. О, я буду с вами стоять. Все, смотрите, мы тут, вот тут мы реально не сольемся. Сольемся. А, беги, 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 беги. Ой, убили наших. Ай, в столбу застрял. Это нормально. А вот они опять позастревали, давайте им поможем. Блин. Я им помогаю, они мне убивают, это же нечестно. Да ты смотри, на входе встал и все. Тихо, 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 тихо. Осторожно, осторожно, пацаны. Это психи. Через стену убивают. Да? Ну так он же змея. Она же чувствует, что это читер и под тебя подстраивается. И что творится, ребята? Я даже не знаю, куда бежать. Они стоят, танцуют, как будто. Короче, все, я наверх. Нет, ты что? Они вот, видите, дискотеку устроили. Блин, да я им помогаю. Между собой что-то общаются. Пытайся, я выйду, ну. С этого дурдома дайте я выйду. Можно сесть? Блин, не могу. Эй, ты что дерешься? Тихо, 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 бежит. Быстрее, быстрее, бегите, не идите туда. Что это? Что за... Опа, можно обманывать их, ребята. Все-таки есть возможность такая. И я буду ее использовать. Опа. Быстрее, 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 быстрее. А вот это они тут ест. А вопрос, как там в этом дурдоме выживать? Я не знаю и сам. Я их доставил столько много, теперь не знаю, как выживать. Все, отлично, есть на карте часть они такая. Где они все равно придут и убьют нас? Вот это гул стоит. Все, оторвались, пацаны, мы смогли. Отлично. Буду с тобой бегать. Давай, 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 вместе будем. Идите. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой, двоих сразу, да ладно. Андрей какой-то. Андрей? Андрю, Эндрю пишет. Ой. Так-так-так-так, убегаем. За мной, он за мной. Четыре. Да блин, мимо пробежать нельзя, ё-моё. Четыре. Они позастревали там. У них, видите, не идеальные модельки. Есть такие мгновения, где они застреют. И это очень странно. Сейчас мы им поможем. А, нет. Да блин, он мне помог. Вот это толпа. Пацаны, как вы думаете, еще оставить? Не надо. Нет, мы в этом дурдоме. Так смотрите, сколько их. Штук 20. Рэнка, так сколько будет 2+2? Жесть. 10. Ай-яй-яй. Ну что, пацаны, давайте. Можно их мочить, используем оружие. Ура, ты разрешил это. Не, не читерская, не. Я с КС-ки беру. Во. Взял петушару. Пацанька характер. Блин. Так тоже можно. Ну что, давайте, идите ко мне, я вас буду наказывать. Ай, под пули не лезьте! Началось, блин, эти пушки ваши серии СМ2. Тихо, 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 оторвемся, оторвемся. Не, давайте без пушек серии СМ2, вы убиваете всех, но не нас, ой, не их. Давайте огнестрельное, вы чё, это ж читерское оружие. Да блин, они защищают своих, те застряли? Ой. А этот скибинитулет пришел и наказал меня за это. Да, а когда, как ты хотел? О! Рассоединились, пацаны. Ай, блин, прям на спауне стоят и гасят нас. Мы хоть одного убили? Мы ж никого не убили, да? Они эскадры. Ты, наверное, не знаешь, что такое? Ладно, ладно. Ай-яй-яй! Смотри, что делается. Мы их должны убить в любом случае. Блин. Ого, стулья летят! Три штуки пришло меня убить. Ха-ха-ха, вот это психи. Они как блоки... Блоки. Ну чё, мужики, будем вас подпаливать.
Будем сжечь. Бейся. Так, что у нас еще за оружие есть? О, давайте с Left 4 Dead, тут классные оружки есть. Дробашек. Ну чё, иди сюда. Отлично, 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 но еще никого не убили. Ах ты что, со спины. Так, надо что-то посерьезнее. О, миниган. Миниган есть. Это чё? А есть, я убью хоть один. Смотрите, как хули. Так, ты смотри со спины, а. Мы поддаемся, да? Ха-ха-ха, пацаны. Да ты смотри, защищают. Не дают, чтобы мы их убили. Мы просто сильно-сильные для них. Я сейчас бомбу выбросил. Мы должны снять вот это. Ну не подходи под пули. Нифига себе, целую обойму всадил и ничего. Вот это они мощные, ребят. Напишите, ребята, в комментариях, как вы думаете, сколько у них жизней? Мне кажется, у них 100 тысяч может быть. А сколько у них может быть жизней? Там я смотрел, уже 90. Смотрите, в притирку просто закладываю, и ничего не происходит. Сколько что надо всадить? Ой, один хп остался. Я так понимаю, пацаны, вы уничтожаете друг друга, но не скидите туалета. У вас хорошо получается. На! Я уже понял, с кем я играю сегодня. Ой, что это за... Ну что-то вообще ничего. Да ну хорош, вы что делаете? Я вижу, что вообще сегодня жесткая война у нас. Да что ж вы делаете? Ну, пацаны, прекращайте. О, красный гранат. Вот это хорошая идея. Ой-ой-ой, смотрите, ребята, какую мы здесь вакханалию устроили. Так, давайте еще кинем гранату красную. Ну, хоть одного убить должны мы. Я хочу их. Ой-ой-ой. Они прям стоят в красных гранатах. Смотрите, им ничего вообще. Кстати, еще ни одного не убили. Ни одного. О, берите, да, эти турели берите. Все, пацаны. Сейчас воздушный удар будет. Надеюсь, он их накроет. Давай. Я минус 3 сделал. О, убили одного. Я минус 3 сделал. А чем? Пушкой. Что за пушка? Отходите, отходите. Огонь сойдет. Убивает. Раз не могу убить скибиди туалет, а буду мочить своих, да? Давай, я сейчас тоже будем убивать. Просто по приколу. Никого не убили. Знаете, сколько ж у них жизни, а? Красавчик. Я как наглец уже наверх полезу, мочить там буду. Так, ребята, мы еще берем оружки. Да ну блин, пока оружие выбираю, они меня мочат. О, миниган серии СМ2 возьму. Отлично. Беги, беги, скибиди туалет. Так, я вижу, потихоньку мы их подвынесли. Смотрите, сколько здесь уже валяется. Во-во-во, еще один есть. Окей. Стоять! Мы тебя замочим! Ушел. О, боится меня. Идея, о, замочил. Да хватит! Нет, Дим! Да я случайно! Ай. Я не убил его. Ни одного я не убил? Да ладно, что за бред? Ай. Вот это мы подожгли здесь все, и ничего не происходит. Ай! Ну, у них жизни нереально много, ребят. Вот просто ну, количество жизни какое-то нереалистичное. Они слишком бессмертные. Что ж ты делаешь, блин? Ну, ничего страшного. Да блин. Я бомбу ложу здесь, должен их взорвать. Давай сразу. Минируем, минируем, ребята. Ой, все разлетается. Стулья, столы. Я убил, я убил последнего. Это был последний? Все. Да. Ничего себе, мы это дали просраться друг другу. Так, давайте посмотрим, у кого сколько жизни потрачено. Мистер Капибара на последнем месте, а на первом месте у нас Фрэнка. Красавчик, всех убивал, но не скибиди туалетов.
Если вам понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока!